Молодец. Хорошо, ты моя умница. Сидеть. Тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук. Сидеть. О, очень хорошо. Сидеть. Молодец. Лежать. 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 Сегодня хулиганит у нас. Сидеть. Молодец. Хорошо. Принеси. Молодец, отлично. Коробочку добавляем. Морковка. Молодец. Хорошо. Морковка. Молодец. Хорошо. Умница. Морковка. Молодец, хорошо. Морковка. Давай помогу. Это тебе не повернуть. Молодец. Умница. Вот какой смелый стал. А то стаканчиков боялся. Теперь прячем. Ищи. Молодец, неси. Умница. Хорошо, молодец. Смотри, я буду прятать. Смотри, я буду прятать. Отлично, молодец. Ищи морковку. Ищи морковку, давай. Да, молодец. Хорошо, ищи, ищи. Ищи морковку. Ищи. Давай, ищи. Где морковка? Где морковка? Ищи. Так, так, так. Ее, молодец, догадался. Умница. Давай меняться, меняться. Хорошо. Умница. Давай еще разок спрячем. Так. Ищи морковку. Так, посмотрел в предыдущем месте. Умный какой. Молодец, хорошо. Умница, давай меняться. Хорошо. Молодец. Молодец, хорошо. Возвращаемся на исходную позицию и добавляем еще одну игрушку. Вот такую. О. Тебе не нравится, Лёва? Лёва, посмотри какой. Принесешь Лёву? Нет, Лёва не нравится. А вот такая. А? Печенька. Печенька. Лёва, неси печеньку. Печенька. Несешь печеньку? Печенька ему не нравится. Так, хорошо, давай тогда лося. Лося. Молодец, молодец. Давай еще. Оп. Нет, не хочет он лося. Ты посмотри какой. Ты посмотри какой. Ну-ка. Ну. Да, молодец. Хорошо. Принеси лося. Молодец, хорошо. Запутался. Другой предмет. Почему мы добавляем предметы? Потому что, чтобы не только одну морковку умел. Молодец, хорошо. Давай еще разок, лося. Да, молодец. Пока маленькие легкие предметы. Давай еще разок. Ой, 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 еду увидел. Принеси лося, быстро, быстро, быстро. Лося, лося. Давай. Лося. Молодец. Так, давай теперь лося спрячем. Давай, принеси лося. Лося, лося, ищи, ищи лося. Да, да, молодец.
все сначала начинаем. Он ищет все еще по привычке. Да! Давай, давай, принеси. Принеси. Неси. Молодец. Что такое? Где лось? Принеси. Он пошел морковь искать. Давай. Принеси лося. Лося принеси. Так он проверяет. Да нету, нету. Морковку ищет. У него сегодня зубы чешутся по-страшному. Он же все дербанит. Бывают и такие дни, что нам нужно стаканчики сожрать, да? А с чем мы потом будем заниматься? Принеси лося. Эй, да, молодец. Молодец, хорошо. Неси скорей, скорей. Давай, молодец. Ну вот ты справился, молодец. Давай дальше. И лося сюда кладу. Эй, ну-ка, где лосик? Лося, лося. Лося, вот здесь вот лось, смотри. Чего испугался? Вот здесь лось. Вот он, вот лося. Принеси лося. Да, молодец, хорошо. Умница. Я изменила специально игрушку. Давай. Да, молодец, хорошо. Давай меняться. Умница. Когда он привык к игрушке, тогда, ну, полностью, да, позанимались. Дальше добавляем элемент, то, что мы его спрятали. Так, 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 молодец. Ищи лося. Иди ищи. Иди принеси. Где? Где? Иди ищи. Давай, лося. Неси, неси, давай. Где? Где лось? Ищи. Вызрок. Ищи лося. Ищи лося. Где лось? Давай, вперед. Ищи. Поисковая собака. Я, говорит, отказываюсь искать ваших лосей. Здесь уже терпение. Он требует другую игрушку, но... Давай. Лося. Ищи лося. Ищи лося. Он собирается делать команды, но все что угодно делать, все, что ему легче. Но не то, что я его попросила. Потому что морковка удобнее. Молодец! Нашел, принеси. Нашел? Лося. Давай. Принеси лося. Мое. На смене зубов у деток бывают вредности, все такое, то, что они страшно. Молодец! Надо просто проявлять терпение. Давай еще, принеси. Молодец, умница. Если это, то откат назад делаем, то есть еще раз назад. Но предмет не меняем, то есть нам надо добиться. Найди, ищи. Давай, принеси мне скорей. Ищи, ищи, иди ищи. Нет, нет, ищи. Такой, да что ты будешь делать? Ищет морковку. Ищи лося. Где лось? Где лось? Ищи. Давай, давай, иди скорее. Ты не запомнил запах, что ли? Не ври, пожалуйста. Хитренький, хитренький, молодец. Хорошо. Ищи, ищи. Что угодно, но не вот. Молодец! Завершаем всегда на хорошей ноте. И вернем обратно морковку. Вернем морковку. Ищи морковку. Морковка. Так. Боится коробку. Ищи, ищи, давай, давай. Ты должен преодолеть свой страх.
Ой, ой, ты ж какая страшная коробка. А морковка-то вон она. Нет, ну как камин жрать, ты не боишься, да? Может, это то эти коробки ставить? Давай. Это. Что ты испугался? Доставай. Не бойся. Ну. А так, страшно? Никак не выходит. Что ты будешь делать? Ну так тогда давай. Морковку-то. Ну доставай, преодолей свой страх. Молодец. Ну, давай меняться. Умница. Хороший мальчик. Давай тогда с коробкой поработаем, раз ты ее боишься. Давай, молодец. Давай, жирок. Иди сюда, малыш. Ставь лапки. Да, молодец, умница. Давай, жирок. Ставь лапки. Ставь, хорошо, молодец. Это не страшно. Молодец. Молодец, хорошо, умница. Давай, жирок. Давай, ставь лапки. Стоим, 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 стоим. Да, попадаешь. Смотри, как забыть за нее. Отлично, молодец. Стоим, еще раз. Ставь лапки. Да, молодец, хорошо, умница, хорошо, умница. И вот, умница, иди, потом ничего. С самого начала. Все, значит. Да, это очень не терпится, не терпится. Так, подожди. Ищи, ищи морковку. Молодец, принеси ее сюда. Молодец, хорошо. Давай в коробочку будем складывать ее, да? Подожди. Так, опа. Так, давай. Давай еще. Оп. Давай еще. Хитренький, хитренький. Надо прятать его. Ищи морковку. Ищи. Давай ищи морковку. Нашел. Ага. Давай, доставай. Оп, молодец. Давай мне в руку. Давай в руку мне. Эй, ему уже и вкусняшку не надо. Он нашел ресурс. Давай морковку сюда. Малыш. Гучи. Гучи, гучи, гучи. Зубы чешутся у него. Давай меняться. Давай. Молодец, хорошо. Ой, ой, давай меняться. Ой, как он кусает его сильно. Наверное, сильно режет зубки. Так, возьму носочек. Это носочек собачий, обычный. А, можно любую другую маленькую финчфлюшку. Ой, как интересно, что это такое. И проделываем все то же самое. Сначала показываем ему предмет. Он запоминает его запах. Понимает, что за него дают вкусняшки. Молодец. Принеси, неси носочек, давай, молодец, хорошо, умница, хорошо. Так, это у нас уже пятое занятие, уже можем менять предметы. В следующий раз надо будет в разных местах. Молодец, хорошо. Теперь мы спрячем. Теперь мы спрячем. Так, да-да-да, я его отвлекаю вкусняшками. Ищи, ищи носочек. Так, хорошо, ищи носочек. Ищи, пожалуйста, носочек. Где носочек, малыш? Скорее ищи. Ищи носочек. Где носочек? Скорее ищи. Растерялся. Ничего страшного. Ищи носочек. Так, 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 так. Ага, молодец. Вот он уже быстрее намного адаптировался. Умница, молодец. Принеси. Быстрее намного адаптировался, чем в прошлое занятие, и он с большим удовольствием сегодня занимается. Молодец, ты моя умница. Так, ищи носочек. Ой, какой молодец. То есть вы можете любой маленький предмет, и желательно их менять. Теперь лося. В прошлый раз лося ты приносил. Ищи, ищи лося. Молодец. Теперь у него не вызывает это проблемы. То есть сначала он прямо ему сложно было понять, что нужно делать. А теперь он любой предмет может найти, с которым он поиграл предварительно. Ищи, 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 ищи. Давай, молодец, ищи. Так. Сейчас он будет искать. Пробовать. Ищи, ищи, ищи. Ищи. Нету, нету. Ищи. Нет, нет, ищи. Где лось? Где лось? Ищи лося. Подсказываю. Молодец. Скорее давай. Молодец, ты ж моя ищейка. Так, а теперь я сейчас спрячу, пока его не видит, запущу его в комнату и попрошу найти. Готов? Ищи.
Ищи, ищи. Так, так, так. Ищи, Вима, ищи морковку. Не то принес. Ищи морковку. Нет, нет, он не понял, что приносить, потому что мы вышли из комнаты. Морковку. Иди ищи морковку. Давай. Морковка. Где морковка? Ищи. Ищи скорей. Давай. Ищи. Ищи. Что ему этот стакан дался? Ищи, ищи, еще. Давай, давай. Искать. Да. Ищи. Там нету. Еще ищи. Еще ищи. Осматривай все. Давай. Может быть, она здесь, посмотри. Еще здесь. Это сложнее, когда зашел и не знаешь, что хочет. Так, молодец. Нашел. На вкусняшечку. Давай меняться. На коврик приносит. Да, давай. Давай, давай меняться. Так, одной рукой мне неудобно. Дай, дай. Молодец. Да что ж ты зубастик-то такой, на. Так, еще. Запускаем. Ищи. Так, 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 так. Молодец. Неси сюда. Отлично, молодец. Так, одной рукой мне неудобно. Дай, дай. Да, да господи, дай. Он все дает сразу, только не морковку. Одной рукой мне неудобно. Дай. Должен рожать зубы. Дай. Дай. Да дай. Меняться. Молодец. Молодец.